На самом Котки деле. нужно с собой брать? Для скипов там что-то? Или нахуй не нужно? Ну, за СД там надо только на хлазе, когда будем бежать. Так Как оно они нахуй. называются пока на марке? Зелье свободы действий забей, если что выдам, это только мы когда на хлазе бежать будем. Это четвертый Окей. сундук, меня он особо не интересует, так что похуй. Это которая Там бомбик добежим. ебаный. Не, это которая кошатница. Мне кажется, кошак простой, чем бомбер. Бомбер очень простой, нахуй. Тоже. Я только не знаю, блядь, что это ли это дыхание Ну, ебучее его. дыхание это пиздец, я помню, даже в Т5 там дохуище хп снимало под сапрутами. В любом случае будем с сопротами на Дженнелайн 100%. Блять, у силков стамина хуй перекинешь, но. Ну, лока сама не учёла. Каску 8% есть у кого-нибудь? У меня есть. Боже, мапать, кулаки Все, два МПП. заряда. Окей. Блять, хули пшика на малокрас, надо что-то с ним сделать, нахуй. МДЦ, что ли, еще нужно? Спеку на ДЦ можно, да? Ну, АДЦ, нахуй, его знает. Да, может так переживем. Типа раньше переживали же. Не, ну Тут, это, там блядь, уже сложно. сундуков не будет, уже можно будет попробовать. Если Ну, нет, посмотрим, ладно. самолет Посмотрим. сделается. Шо, блин, раз тут, пошлите внутрь. Пока никто ничего не открывает, никто ничего не запускает, ждем. Я сейчас буду объяснять, что к чему, как мы будем бежать и так далее. Какие там боссы? Три первых я забыл. Один медведь, один с воронами и еще Медведь, какой-нибудь. бомбер С и костер. сначала мы бежим на с молниями на Локизоны, налево который, потом на медведя. И с медведя бежим на Дженлая, который бомбочки кидает, трэш вызывает и дыханием пьет. А потом, ты который... Ты 4 сундука хочешь? А? 4 сундука, думаешь? Не, 4 сундука нахуй. Ну, блядь, посмотрим. Меня 3 интересует. На 4 ну, поебать. Проще, наверное, рысь. А то на этом с бомбочками там 6 минут. Неизвестно, сколько перса будет, как люди будут там двигаться. Можем запороть 3 сундук. Говорят, проще алкота же. Ты думаешь, в халазе проще будет? Ну, рысь, а что там? Тотем убивать и все. И рысь свечится, все. Там на воде, может быть, проблемы начнутся из-за крокодилов, кошек, блядь. Так что там... Больше проблем типа может быть на этом. 50. Там просто до халази добежать сложнее всего. Ну, давайте, пофиг. Коту же берсу понизили. Да, всем. Там говорят, коту... Ну, вроде... только это, Зоджину не понизили. Малокрас тоже. На Зулджины так жесткие были, особенно эти ветерки баганые ебаные. Давай шкаф. Сосед там сразу столик ебанит. Блять, это же налай простой, я хуй его знаю, типа, ну, блять, хотя тут... Ну, для кто вообще простой. Первый раз? Кто первый раз на Джиналай? Я вообще тут первый раз. Дермич тоже. Дермич, арговый рыбий. Да танка, блять, танка не убьет на бомбах. Мы же одно будем заливать там. Ой, если он в несколько зайдет. Блять, халази, сука, там, блять, трэш, блять, можно проебаться. Там самое сложное применять. Ну, если они будут агриться на ходке друида, то это изи. Ладно, Васюри, давай с тобой сначала разберемся. Смотрите, откройте все карты, мы побежим налево сначала. То бишь мы вот спускаемся с лестницы, вот сейчас, где когда дверь открывается, и бежим налево, налево поворачиваем, бежим, бежим, бежим. Ватфюри, ты, получается, хотаешь танка? И нам надо первоначально этот трэш убить, который с лестницы. Вот эти 4 моба или сколько их там надо убить. Потом ты хотаешь танка. И мы начинаем бежать по левой стороне, бежим, бежим. А ты бежишь вот сюда, в начало, откуда мы...
где мы еще стоим, понял? Угу. Мы бежим, 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 поднимаемся вон там, где босс по этой лестнице, и забегаем в левую сторону. Там будет такой кармашек. Он даже на карте нарисован, этот кармашек. Забегаем в левую сторону, там диван, либо Рид встанет. Главное, чтобы Лок добежал. Очень важно. Так что где вот этот открывает? Крест в левую часть, да, типа креста? Нам нужно, да, по идее, добежать. Лок, не, ты смотри, ты должен бежать так, типа, ты не должен бежать первым, ты где-то вот должен держаться в третьем, четвертом, типа, давай бежать. В середке, короче, между всеми, да? А. Плюс-минус. А, ну, плюс. Хотя да, давай, окей. Настя на чоппер сядет, будешь с ней кататься. О, вообще супер. Дермич, ты бежишь вперед, то бишь, смотри, на первого босса, я тебе говорю, влево, пробегаешь, тебе ход, и просто бежишь, потом влево забегаешь. Если что, там просто, даже вот когда поднялся наверх, вот на лестницу, можешь просто там айсбаунд нажать, сагрить на себя трэш, и мы влево забегаем, ты там дохнешь, ну и все, ебись у нас. Потом мы резаемся, тебя сумонят, и т.д. и т.п. А подожди, мне кто умирает? Самое главное... Чего? Нет, да, блядь, я ж тебе говорю, блядь. Если будет ситуация, что на нас трэш бежит, и тебя он не бьет. Допустим, вот на Настю, которая ведет Мулинраш, нам главное, чтобы Лок добежал. Просто, блядь, агришь на себя трэш, нажимаешь из баунд. Выигрываешь 34 секунды эти условные, пока ты живешь там. Понял? Угу. Только это прямо перед боссом. Раньше не делай так, потому что, блядь, там впереди еще мобы будут, которые нас убьют. То бишь, вот, видишь, лестница вот эта вот. Все время перед лестницей можешь вот это делать. Дальше. Вайтфюри, ты перед каждой пробежкой будешь, ну, соответственно, хотать и убегать куда-нибудь там подальше. Конец места. Потом, короче, после... Потом этот босс. Смотрите, РДД, набираем рейнджу. По 10 метров от друг друга. Милики, соответственно, в милизоне. Но у нас тут немного. Два человека, получается, со мной. А, три еще серый. Вот. На кого будет кидаться метка череп, там такое, и типа молнии будут. Все сбегаются просто в этот череп максимально в один фрейм. После того, как он пропадает, обратно разбегайтесь, набирайте рейндж. Уяснили? Надеюсь, уяснили. Это первый босс, там ничего сложного, это который слева будет бежать. Потом, после убийства босса, мы умираем сразу же. От лут будет стоять групп. Все, просто мы лутаем, отказываются все от шмота, в конце потом разрушаем. То бишь, ролом будем заниматься уже, когда проебем время на сундуки. Тут все на время, надо делать все быстро, не тупить и так далее. Просто лутаем босса, отказываетесь от лута, я его забираю, потом будем разраливать. Дальше. Как только этот, короче... И отказываетесь от шмота быстро, блядь. А не думаете, блядь, нажать там кубик или не нажать, нахуй. Сразу, сука, поменяю, нахуй. В следующий раз этого человека, кто будет морозить с этой хуйней. Короче, сдохли потом сразу... Опять заходим в инст. Только самое главное, ребят, уясните. Не заходите в инст, пока все не умерли. Пока трэш не отвейдился. Это очень важно, блять. Потому что если вы зайдете нахуй, когда, блять, еще челы не умерли, этот трэш может побежать на вас. Уяснили? Надеюсь, уяснили. Короче, зашли в инст. Вот этих первых мобов, которые сейчас за дверью, мы их убиваем, соответственно, да. Потом мы, короче, бежим в центр. Вот тут, там как бежали налево, там есть моб в центре гуляет. Его можно обойти по горе аккуратно. Ну, я покажу вам, просто за мной прибежите, ну и посмотрите. Мы становимся с правой стороны, вот где зеленая, как раз вот где вот равнина, слева там, короче, около центра есть такая трава. Опять в Вайтфури ходишь дермича и убегаешь куда-то в центр. Можешь там вплавь поплавать вон в воде, которая в центре, прямо вот эта лужа разлита. Mm-hmm. Мы бежим, короче, направо, то бишь вот. По траве, вот там тропинка есть, дремич, видишь, вот забегаешь там, где лестница, поднимаешься на вторую лестницу в центр, где босс, и вот в центре где-нибудь там умираешь. Все остальные забегают налево. Вот как мы смотрим, как забегаем на лестницу, налево там забегаем в эту хуйню и умираем опять. Через диван или какую-то хуйню, резаемся, соответственно. И потом убиваем там 4 мопа, медвежонка. Там они, когда вырастают, нужно будет дать стан. Ну и с этим разберемся, чтобы лишний раз потом не бить целого моба. Это я озвучу. Там очень простой босс этот медведь. Просто бьете. Ну единственное, что он танков сильно пробивает будет. Главное там танков хилить. В остальном там просто, ну, манекен. Дальше. После убийства этого босса.
все собираемся в кучу, вот там вот с левой стороны, где мы будем падать и резаться, все собираемся в кучу, и потом, блядь, вот я не знаю, как лучше, нахуй, Джанала или Халази, блядь. А чё там третий сундук, если третьего босса убиваешь, да? Да там без разницы, блядь. Какой, кого убивать? Ну, Джанала или Халази на третьем? Да, рыси, по-моему, проще добежать. Халази это с рысью, которая... Ну там трэш... Нет, да, до рыси, блядь, как раз-то, блядь, сложнее всего добежать. А бомбер такой ебанский босс? Там просто что кошки в инвизии, блядь. Че, ты что думаешь? А на стриме, кстати, кого убивали? Серый, ты тут? Эдик, кстати, да. То, что этому коту в берсу упирались. На коте в берсу упирались? Да, челы. Ну это хуй знает, какой рейд, там чел просто скриншот кидал. Кот вообще всегда был АФК боссом, просто там свичились. Там вроде ему дизайн кидать или что-то такое. А бомбер это уебанская вещь. Там бывают бомбочки проваливаются, чела все равно ебашит. Да и плюс да дыхание. Там больше проблемы в том, что дыхание. Если проще раньше. Раньше можно было трэш убивать потом босса, а сейчас 6 минут. Андрей, Серый, ты что думаешь? Халази или Джанлай? Меня слышно? Да. Ну... Я бы на рысь пошел. А вот этот секущий удар не смущает? Секущий удар это было там. Это было такое, чего вы паритесь? 442 000 урона? Ну это физического урона только. Ну я понимаю, но 442 000. Он же делится, по-моему, на две цели. А я тут спросил у тех, кто стрим вел. В четверг. Они сказали, что они трех прошли и этого убили рысь, а не Джанала. Мне все равно кажется, больше как проблем будет. Как там рысь? Ладно, хорошо, побежим на кошку, хуй с ним. Короче, тогда после медведя убийство. Тоже умираем? Опять умираем. Ждем, пока мобет выйдется. Заходим все в инст. И через центр аккуратно обходим моба, который будет вот стоять, где он доводы будет стоять. Там через горку можно его пройти, чтобы он не сагрился. Проходим моба, через центр бежим. И как раз вот пробегаем вот эту лужку нахуй. Там останавливаемся. Нужны, чтобы у всех были зелья свободы действий. Короче, смотрите, мы... Ну, а Настя, разнай. Короче, мы... После этой лужи, получается, стартуем. Опять Void Fury даешь обход просто по дремячу. И мы бежим, получается... Блядь, что-то на карте не показано, эта кочка. Они что, убрали островок там на этой воде? Да вон он и есть. Почему есть? Что я его не вижу, блядь, страх. Ладно, короче, нам... Короче, нам просто вот наверх надо подняться, получается. Поворачиваем направо, прыгаемся в воду, и в воде там будет такой островок. Нам нужно добежать до него и там умереть. Ну, если что, где-нибудь в центре воды умереть. Главное, чтобы мобы потом не сагрились, когда мы резались. Потом мы подбегаем на этот островок. Опять же, я даю отчет. Мы по отчету пьем зелье свободы действий. Потом Void Fury опять хватаешь дремяча перед этим. Ты уплываешь по воде, вот тут вот плаваешь в этой воде, а мы бежим уже выше по карте, прямо налево и забегаем, короче, вон туда к боссу. И перед боссом вот там лестница есть, и видите, блядь, вот как вам, блядь, объяснить? Типа тамбура, короче, вот как в подъезд вы, ебать, заходите, короче, открывается домофон, и там есть вот такие дверки, типа, бывают, нахуй. Вот это типа такой тамбурной хуйни, вот направо там, блядь, или налево забежать, желательно направо, чтобы не путались, у меня есть. Забегаем в эту тамбурную часть, там даем диван или СС, там, я озвучу. Встаем, даем масс-рез. Никто там не двигается, потому что там есть мобы. Там аккуратно резаемся, прижимаемся в самый угол, и по стеночке потом аккуратно идем. Я все озвучу. По тактике на Халазе.
Там два танка получается. Дремич босса, наверное, будет танчить, а ты серый кота, да? Ну да, без разницы там. Кот должен. Главное убивать. Главное убивать тотемы. Главное убивать тотемы. Остальное. Что-то там шотало, я помню, блядь, на этой халазе. Шок. Там сказали, что шок. Ну там написали то, что шок меньше сейчас бьет. Типа. Там сказали, что надо... не шотает, там берса. Может быть. Ну, вроде как они там пришли. Мгновенный урон чуть повышен, а периодически урон... Понятно, ладно, короче, сейчас посмотрим. Короче, там босс, по сути, тоже манекен, только главное убивать очень быстро тотем. Очень быстро главное убивать тотем. Вот этот тотем максимально быстро убиваем, и остальное фулл ДПС босс. Так, сейчас я рыбку ставлю, короче. Хавайте рыбку. Давайте фулл баф. Мы это трэш убиваем. Да, пока разбафы каски, все равно бежать. Танки. Потом спектнус. Верхних заберу, приведу к вам вниз, там, у два танка быстро. А, холи шит, получается, ты потом, когда мы уже реснемся, будешь бафать каски 8% на стеку лакинь P5. На первом боссе пьем АП фласт. Нормально. Ой, а я лучше сейчас выпить фласки. Да, лучше выпить сразу фласки и намажьте масло заранее. Ковчены готовы. Короче, еще раз напоминаю. Сейчас открываются двери. Дермич и Серый. Сейчас агрить этих мобов, и этих мобов максимально быстро заливаем. Потом бежим. Там вроде какую фласку пить? На ХП или на сапрот? На АП. На АП, на СПД, короче. Первые два босса фулл ДД фласки. И на халазе, наверное, тоже АП фласки. А танка? Танка ХП пить, нахуй, все. Все тут. Ну там вроде снизу под лестницей нету двух таких же мобов. Есть, блядь. Поэтому я и говорю, ты... блядь, агрится эти мобы, спускаются вниз, блядь, ловится снизу тоже. На... залив... Я даю на пол, заливаю. Малинруж, дай СС по... Да по себе, дай, в принципе. Не, подожди, стоп. Сколько там КД? Ладно, давай СС по себе, похуй. Так, сейчас не спешите вливаться этот сразу трэш. Танки, чтобы забрали, спустили вниз. Как только они соберут их в кучу, сразу начинаем вливаться. Только смотрите за игру, блядь. Лишней смерти нахуй. Что таймер? Таймер на сколько сейчас включаться будет? На 30? 20 минут вроде. 20 минут? Лифтоваться будет после убийства, босс. Это да. Блядь, а почему вообще? А я не могу сесть. Ну, поближе, да? Нет, я на черка сесть не могу. Я тоже боюсь, я не могу. Ну, смотри, на вот этого могу? Поближе. Может, поближе. Может, чоппер не сделали, нахуй узнать. На этого надо. Может, чоппер нельзя просто? Я на двойных маунтов сесть не могу. Значит, походу, они что-то, блядь, пофиксили ту хуйню, чтоб не катались. А есть этот маунт, ничего. Значит, Малинраж побежишь сам. Буквально там третьим, четвертым, первыми вини. Они сделали, впереди. Чтоб не садились с дивана и не кидали. Типа, ну, сложнее. Суки пофиксили. Идите бейте, быстрее запулить. А, все. Да. Уже запулился. Давайте садитесь сейчас. Танки собирайте. Только не выливайте сразу. Дайте танкам забрать босс. Ой, боссы, блядь, мобов. Вы только снизу не всех, а только с левой стороны заберите, а то там еще и справа напулите. Меч. Он поторопился. Блять, термич нахуй. Ой, какой ты,
Блять. Он что, вылетел, блять? Меня в старт не нет, он просто он быстро пошел, его откинул назад сначала. Заливайте трэш максимально быстро. Не надо Геру. Так заливайте. Сейчас после того, как убиваем мобов, в эфире ходишь дермича и бежишь там где-нибудь начало. Только мобов справа, он не сагри аккурат. Хавать этого, блять, хота и дермича быстрее. Уже, уже. Все, в эфире убегай, побежали. Дермич, ты первый бежишь. Налево, налево, налево. Дриди, какой ты первый побежал? Спешите. Мулинраш, не отставай. Давай, 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 вперед, вперед, вперед. Там хоты 15 секунд. Я вижу, все равно они что-то на тебя не бегут. Они, походу, это пофиксили, блять. Дермич, блять, ну прожиматься ж надо, блять. Сказал же, на лестнице прожмись, блядь. Чем ты нахуй слушаешь? Хуй тебя знает. Малинраж, добеги только, нахуй. Пожалуйста, блядь. Бежал вроде. Угу. Все, падаем тут. Дермись, блядь. Перед каждой лестницей ты прожимаешься. Как слышно, прием, блядь. Понял. Те, кто далеко упали, стою, да? Ну, тут может достать, по идее. Все, тихо, 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 тихо. Стоять. Никто пока не встает. Все, те, кто далеко, вставайте, заходите в инс, Мулинраш, вставай, давай масрез. Давай масрез по нам, быстрее, быстрее. И сразу шкаф потом ставь. Напоминаю, на РДД на этом боссе рейндж 10 метров набираете по кругу. Милики в милизоне. В череп сбегаемся. К шкаф нажали быстрее, сумоним. Сумоним, не жрем рыбу, а сумоним. Рида сумоню. Ладно, я Сусаду сумоню, окей. Вы с комбатом был. А если выйти с инстава? Чувау сумоню. Валмору. Вальмору сумоню. Больше эту хуйню с хотами обузить не будем. Она не работает, они это пофиксят. Да, ты слишком рано. Дермича просто. Мы в мели сбегаемся и скидать эту хуйню. Я походу на втором сработаю. Рид. Мне конец суманил. Я ж тебе суманил только что. Нажмите суман, хули вы, сука, рыбу жрете, блядь. Заебали, сказал, всех сумануть, потом жрем, нахуй. Рыбу хаваем быстрее. И фул баф. Настя, ауру на каст. Тотем от природы рейд не забудь. Бафнули. Давайте. И поехали. Тремич вперед, блядь. В центре там его и танч. Давай, Тремич, прямо в центре его и пуляешь. Поехали. Тремича только не уроните. И в кого вот этот молнию он пускает, прохиливается там. Статический бой вот этот. Левитацию там давай ему, например, по возможности, когда излетают люди. Перед падением прямо, если сможешь. Будет неплохо. Вот желательно милики, чтобы когда вот этот каст идет, повесь КС, пожалуйста, на босса. Чтобы вы немножко отбегали, чтобы по всем миликам не хуярило. В центр сбежались, я под босса, забежались быстрее под босса. А что ты, Гера, решил на воронов поставить или на босса? Сейчас будем давать. Разошлись обратно, раньше набрали.
Геру дали? Там по агру нормально, на чем я вообще на пуле? Ты красноязычие держишь? Я не вижу его на боссе. Мне нравится. Только что кинул. Да, нормально кастуете, милики, будете успевать отбегать. Смотрите свой ник, если что, выходите. Сейчас после статического боя, вот этого, который будет, надо в центр будет бежать. Центр сбежали, все в центр быстрее. Блять, хулишиту, в череп. Дай избаунт, нажми быстрее. В череп сбежали, все резь, через соусада прохил. Все, разошлись раньше на броне. Быстрее соображайте, долго думаете сбегаться. Держите рейндж. После боя сбегаемся в центр. Приготовьтесь, сейчас кинется эта хуйня, а потом в центр сбегаемся. В центр. В центр быстрее все, речь еще нахуй. Угу. Разбежались раньше, набрали. Сука, не успел отбежать. Красноязычие, обновляй, пожалуйста. Особенно после этой хуйни, когда он кастует. Часто после этого это не обновляет. Бля, я перо не выставил, сорян. После хуйни сбегаемся в центр. Центр сбежались, центр быстрее. В череп. Чуть-чуть раньше разбегайтесь. Вот уже можно разбегать. Все, разбежались. Все, это последнее. Ну, сейчас будем добивать. Так, сейчас просто лут, просто сейчас, короче, шмотки только лутаем босса и сразу умираем. Буквально 2 секунды после убийства шмот лутаем и сразу умираем. Отказываемся от шмота. Блять, какая же хуета упала. Падайте, умирайте быстрее. В трэш побежали, все речи умерли. Ебать, не вот это шмот нужно было, конечно. Тупо на блокера. Не заходите. Все, можете заходить. Зашли все нас быстрее. Сейчас бежим красиво просто за мной. Я на себе звездочку поставлю. Блять, комбат висит. Нет, он просто в инстинкте не может. Ты не можешь зайти. Таппса нельзя. Ты не можешь. Подожди, зайти. На мне комбат висит, нахуй. На соседи. Выйдите, блять, на ком комбат быстрее. Он не скидывается ванишем. На ком комбат выйдите быстрее с инста, нахуй. Посмотрите внимательно на ком комбат. И выйдите быстрее с инста. Сейчас на тебе нету, да? Сейчас нет. Блять, Валимор, ты серьезно не починился перед рейдом? Здесь не поставится мамонт, нахуй. У меня есть джип, все поставим джип. Да ну, уже после здесь. Этого, хватит ему добежать. Быстрее. Хватит ему добежать. Давай бафаемся. Да пока не.
Пусть Войд бежит, я прохожу. Подожди, сейчас за мной бежите все внимательно. Смотрим, как я именно бегу нахуй. И бежите по этой же траектории, как и я. За звездой. Ну вот смотрите, справа моб нахуй, внимательно, блядь. Бежим за звездой нахуй. И не агрим его нахуй. По траектории моей, блядь. Ждем всех. Угу. Сейчас поднимаемся и налево. Вот тут вот. Все стали в звезду. Прямо в один фрейм звезде. Быстрее. Дали прохил. Прохилили быстрее. Так, я хотаю. Пусть Войд бежит. Сейчас согреться. Мне что, с танка или что? Нет, просто садись, беги за всеми. Садись, беги за всеми. Все, давай. Дермич побежал. Остальные побежали. Мульдраж, ты в центре. Бежим, 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 бежим. Налево, 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 налево сразу. Направо. Все, Дермич, прожимайся. Сейчас поднимаешься и прожимайся сразу. Прожмись, прожмись. Налево забегаем. Налево, 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 налево. Настя, диван, давай. Да похуй любому, дай диван просто. Все, ждем своей смерти. Так, вот види, которые в центре вот эти мобы стоят. Целители и вот эти вот пидорасы на медведях. Вот их убивать сейчас надо будет. Да не агреться, короче. Нихера не работает. Так, подожди, не снимай диван пока. Масрезка, да еще 43 секунды, похуй. Да порезай. Жди, пока не вставай. Да нормально сейчас диван дашь. Ой, это не достанет, у нас, по-моему, шестеро не с масрезом, у них нет КД. Похуй. Но... Все, давай масрез, давай масрез. Масрез давай, там больше резнет людей, блядь. На меня можешь масрез дать. На Вейт Фьюри. На Ридика, блядь. Блядь, Малинраш надо было в первую очередь, конечно, рез. А, его резнуло нормально. Шкаф сразу ставь, шкаф, 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 резче. Ага. Не, мы тебя резнем. Резайте, ну не стойте, ребята, ФК, которых резнули. Резайте остальных. Дермич, ты встал? Чуваву суманю? Я уже суманул Чуваву, теперь Дермича суманю. Окей, я уже... Нажмите, ну блять, не стойте ФК, ну ребята, Дермич, ёбаный в рот. Все, я призвал. Так, все тут бафаем. Так, рыбу хавайте, да. Быстрее. Давай, каски бафай 8%, и Насте кулаки по 5, быстрее. Все, отлично. Просто АФК пиздить? Тотемы бить. Нет, подожди, сначала мы убиваем мобов. Вот этих, бьем целителей в первую очередь. Вот этим, блядь, к медведям подъебало не подходит, это тебя, Настя, касается. Ты у нас одна милик, блядь, не считай меня первого. Убиваем в первую очередь целителя, медведям подъебал не подходит, кривые. Давайте, пуляйте танки. Только аккуратно, может, всех не пуляйте, а то уже больно бьют. О, нормально. Целителя в первую очередь сейчас. Сейчас убьем этого целителя, потом сагрить еще одного. Тотема убиваем сразу. Окей, заберите целителя, главное, среда. Ну, танки, пожалуйста. Угу. Два и два стоит уже. Тотема убивайте, пожалуйста. Тотемы, блядь. Блядь, у меня два раза мисс по тотему, охуенно. Новый. Целителей быстрее убиваем и косты желательно закрываем. Печеньку. Сколько процентов там стана? Да, он когда должен вырасти, типа так. Тем где-то, блять. Сука. Так, бейте сейчас все звезду. Я дам стан. Вот сейчас там на ноль. Угу. Настя, готовь сейчас стан давай. Нажимай, нажимай, стан, нажимай, нажимай, нажимай. Угу, отлично. Быстро так, рыбу отхавайтесь быстрее, ману. Ману отпили быстрее, речи нахуй.
Так, РДД, стоите примерно вот тут плюс-минус печеньки. Дермич, короче, слушай чувака просто. Ты сейчас первый так, начинаешь, давай. Ты, наверное, форму медведя потанчишь. Вот тут вот я кресте держите медведя, босса. Да-да-да. Или я первый. Не, давай Дермич форму... Ну, ты форму медведя, а Дермич этого. Танков больно будет пробивать. В крест его ставишь, Дермич. Все, Дермич, пуляй, и в крест ставишь босса. Просто в крест. И спиной к рейду, соответственно. Геру дали? Не, на меня не надо истерию, Дермич. Вон на рогу. На меня лучше не кидай. Тебя в мутике, но... Беса в контроле? Осторожно. На, и смотри, что бесы, блядь. Там не привели к нам, блядь. Чтоб тебя всех дальних не привели? Да. Окей. Подходи, старайся ближе к боссу, чтобы... Да. Ну ты понял. Бесы... Я танчу в этой форме, он станет обычным, заберешь Дермич. Угу. Так, можно покидать риксы на кого-нибудь с том, что там ДПС на соседа. Завидуешь. Забирай, ага. И вот все. Так до конца. Давай, сосед триксы дал. ПСК по мне летит. А можно будет после сундуков? Только сказал ПСК дали, ай-яй-яй. После сундуков будет перекур, не переживай. Сейчас никаких перекуров, никаких отойду там или еще чего-нибудь. Подрочить все после сундука. Подрочну только на пост. О, все, он жопу, блядь, а не пост. За что ты так со мной? Ну да, блядь, сейчас выпадут пухи, нахуй, с первого сундука, блядь, не плачи, нахуй, плечи, ебаные. Так, эго у нас с первого упало, я в ахуе, я даже не думал, блядь. Охуенно, мне голова, нахуй. Это плечи. Настюшка, ну, за один рейд Настю оденем. Танка причем? Ну, может, ты это сейчас говоришь, подожди, малокрас начнется. Скажите, скажите потом в конце... Сколько мы по времени убили эту хуйню. Также умираем потом сразу. Сколько мы по времени этого босса били потом просто так? Не видел, не будет. Он самый жирный из этих четырех. 3 минуты идем. А, ну в принципе хорошо идем тогда на 3 минуты идем. Да, у нас здесь проблема с ДПСом на канале. Зубы ему. Блять, БР, Вайтфюри, БР, Вайтфюри, БР быстрее. Он не уронили стан, я не смог забрать. Я понял. Ребафнули ДКшника быстрее. Стамину ему дали этот. Лапку. Каску ребафни, да. Этот засранец, он кричит рейку у него и дает стан. Да сразу я в курсе, серый. Ну, онлайки бывает. Ничего страшного. А что у нас получилось? Ты просто кричи в следующий раз, когда тебя станут. Чтоб Альмар зубы дал. Я кричал зубы, там, он быстро сдох. Ну, не успел среагировать. Нет. Я вообще нихуя не дамажу, что за хуйня, блять? Ёбаные кинжалы эти все нахуй конченые. Кидать, это такая хуйня.
Ну да, что ты хотел. Опять стан падал, ну что это? Я из банки садал. Да, нормально. Ты дермишь тоже, смотри, там перед формой что-то там нажимай. Можешь там какую-то кнопочку нажать на сейф, чтобы тебя так больше не сложило. По очереди ключик там какой-нибудь. Ну, да, там, а первый. Я там нажал, что успел, но видишь, быстро сложил очень. Все придет с опытом, потом будешь видеть, когда прижать и нормально будет. Боже, дай посох уёбок. Так, от лута отказываемся быстрее. Хуй. Ой, хорошо, блядь! Так, тихо. Падаем, короче. На рогу, блять, да, это лучшее, что просто могло что упасть, да, кинжал упал до сих пор. Ну все, ты топ ДПС монтируешь. На КСТ поменяю, это 200-300 кинжал, ебанский. Сейчас бы бис, блять. Заходим. Подождите, еще не ушли. Стоп, не заходим, не заходим. На тебе бой. На тебе бой, выйди. Нет. Я вышел. Вставай? Все нормально. Да, заходите. Так, сейчас опять бежим за звездочкой, блядь, красиво. Зелье свободы действия вам Настя выдала? Да. Я скажу, когда их нажимать, сейчас не юзаем, нахуй. Вынесите на панель, чтобы готовы будете нажать. Чтобы готовы были, точнее, нажать. Не забывайте, что нужно будет там после этого на маунта сесть. Настя, не забывай, короче, смотри. Там, когда будем забегать вот туда на лестницу, Настя, нажми бабл и на ноге добежишь, аккуратно, хорошо? Поехали. Аккуратненько. Тут тоже надо скипать. СС нужен кому? СС ты по себе будешь давать. Ну сейчас пока не надо. Я тебе скажу, когда СС давай. Пока не надо. У меня есть диван. Ты потом бабл, главное, нажми, блядь. Когда будешь забегать в комнату, нахуй. Чтоб потом диван дать кому. Я думаю, туда я не надо подниматься. Пытаюсь прожать, они же атаки. Аккуратно стоять там, блядь, крокодилы, все, нахуй. Все, стоим тут, там они могут сфагриться. Рысь эти крокодилы ебаные в инвизе. Рыбу хаваем быстрее. Короче, смотрите. Дермич, ты сейчас бежишь, вот прям вот так вот забегаешь, и направо поворачиваешь там, где вода. И прыгаешь туда в воду. И там в воде умираем, понял? Хождение по воде или вот этих долгоногов юзайте? Да, ну, да. Садитесь сразу на долгоногов, либо хождение по воде прищепку долгоногов. Дермич кинет лед, ебаный. Малерач, у тебя точно должен быть долгоног, так что садись. Хождение по воде можешь заранее включить. Малерач, ты сел? На маунт? Сел, видишь. Все, Дермич побежал. Давай, Дермич, вперед. Вот сюда. Бегите только за танками прямо, потому что тут рыси в инвизе бегают. Нагрите лишнюю хуйню, сдохните. Все, направо поворачиваем воду, направо воду поворачиваем, и вон туда вот на островок бежим, прямо туда на островок. Тогда инвиз прожму, когда забежим. Все, так, здесь. Все, здесь умираем. Давай, ну давай, похуй, давай диван. Там если шоу-рида встать будет, плюс сосну, блин, расчет на следующую приножку. Мы здесь чистим. А если что, там надо резнуть в воде, вон там Вальморова Дремич. Да, мы дотянемся. Да, лучше суманем. Быстрее будет. Ну. Что это, не спешить? Пока нет. Я жду команды. Все, можешь снимать, нормально. Давай, Масре. Вставайте, кто там далеко лежит. Если заходите, на вас комбат висит, сразу выходите с инста. Вальмора и Дермич. Блин, раз шкаф ставь. Вальмору сумоню. Рыбу ставлю сразу заранее. Дермича сумоню. Мы же еще раз собирать будем? Что я будем собирать? Еще раз? Да. Блин, раз СС по себе давай. Сейчас. И беги максимально аккуратно, где-нибудь в серединке, блядь, золотой. Давайте бафаемся быстрее, просил, максимально на хп бафаемся, прям максимально на хп.
Так, смотрите, все готовы сейчас? Все готовы? Тут фэнвизи мобы стоят. Так, смотрите, даю отчет. Пейте ЗСД, пейте ЗСД. Прямо сейчас пейте, садитесь на долгоногов быстрее. Или садись на маунтов быстрее. Все, Дармич побежал. Вперед. Не туда, Дармич, блядь. Ладно, вон туда прямо беги. Блядь, Дармич нахуй. Прямо, блядь, я же тебе показывал нахуй. Мульнраш, не спеши, только первый не беги. Бежим, 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 бежим. Все, Дармич, вот сейчас прожимаешься, прожимаешься, прожимайся, прожимайся. Сверху трэш забери. Сверху, блядь, ну... Ой, Дармич, блядь, какой же ты Дармич, нахуй. Мульнраш, добеги. Сука, ты, блядь, не видишь, что лестница там, блядь, поломанная? Ладно, так, нормально. Так, кто у нас? Там Мульнраш добежал, у него СС есть, нормально. Он в угле умер. Так, короче, сейчас никто не встает, ничего, ждите пока. Так, жди, жди, жди. Мульнраш, вставай. Не двигайся только, встань на том месте, не двигайся. Давай, Масрез. Он по Насте застанет. По Насте застанет он. Я тогда встаю, потому что я там за воротами, у меня мир СКД. Может, тебя достанет. Достало. У меня КД. Ага, все, стоим на этом месте, не двигаемся. Шкаф ставь, Мулинруш. Захожу. Вальмора, резни меня и соседа. Я соседа резни. Сумму не уреди. Окей, меня резни тогда, Вальмора. Чувау, сумму. Те, кто сейчас сумонится, стоим на месте, не двигаемся. Повторяю, стоим на месте, не двигаемся. Выйду сейчас, сумоньте. Рыбу наверху сразу ставлю. Для трапезы. Кого еще сумануть? Ебать, времени еще аж 18 минут, дохуя. Ну, главное тут а не обосраться. Меня забыли, суки. Я три раза сумолю. Скорее всего, на броню надо ставить ауру. Так, бафы, кулаки МП5, кулиши, каски 8%. Рыбку хавайте, сейчас максимально фул баф, отпивайте и так далее. Сейчас будем уже боссом. Я на огонь поставлю этот центр-то. Да, тебе надо... На природу поставить и на, да, на я огонь. Так, а мне что, на броню ставить? Нет, какая нахуй броня? Уронокаст, блядь. Броня нахуй. Пизуха, блядь. Сейчас бежим за звездой аккуратно. Прямо по стене. Прижимаемся максимально к стене и бежим за звездой. Прижимаемся к стене и бежим за звездой. Облизываем стеночку, на. Тут сопрот, и тогда дефлос. Я хуй его знает, что здесь пить лучше. Как думаешь, Серый? Тут кошку надо свечить жить. Не, да дефлос. Быстро тотем и этот... Да, короче, смотрите. Короче, смотрите, когда появляется кошка, бьем кошку, как только тотем появился. Тотем приоритетнее всего. Он должен умирать в ту же секунду, как только появился, нахуй. Бросаете свой каст, нахуй. Поебать, просто тотем быстро максимально убиваем. Всем дружно, нахуй, всей компании. Так, куда я лучше поставить? Так, вот это вот сюда ставь примерно. На вот эту хуйню никто не запрыгивает, блять. Появится тотем нахуй на этой хуйне в текстах, блять, сосед, нахуй, тебе кастрирую, блять. Я бы спрыгнул, мне. Вот тут вот в креседе ты стоите, нахуй, РДД. Давай пуляем и спиной к рейду, Дермич. Ну, в миле же можно подходить на бурсе? Можно. Геру мы, наверное, с пола, да? Я там звездопадом не задену никого. Не надо лучше. Не надо звездопад нажимать. А ну, типа вот тут вот, вот тут вот в кресте можешь нажимать, в принципе, там не заденет. Или... Солнцепад от чего? Все, давайте, пуляйте. Так, сейчас дремечу на пол, нам. Отворачивайте. Шо, Гера? Да, давайте Геру. А че у него с хп? А, он же в кота. Кошку, кошку забирай. Все, по кошке поехали. Только не сорвите агро, аккуратно смотрите за этим. Тотем, тотем, тотем. Тотем, тотем, тотем. Тотем максимально быстро убиваем. Все по кошке играем. Не по боссу, а по кошке, еще раз повторяю. Все играют в рысь. Тотем. Тотем. Успел нормально.
Там Вальмор, если что, шок по дисплеишь, это мое. Настя, ты тоже тотем должен освичить, блядь. Он так быстро летает, даже классно. Бля, а тут бесы немножко разгулялись у... Тотем. Да потому что я просто свечу сразу. Да нет, всё, по... бесы, видишь, влево справа появился. Да нормально, нормально, нормально. По соседу сейчас триксы подаю. Ну, триксы. Напоминаю, сейчас падает 277 кольцо, так что не заслакайте. Тотем максимально быстро свищен. Сейчас кошка будет. Кошку забирай, кошку. Угу. По кошке поехали. Тотем. Отлично. Тотем. Тотем. Салю, дай. Салю, салю. Тотем. Все, по халазе играем. Еще две кошки будет. Угу. Сколько мы бьем отходим? Ёб твою мать, нам там добился еще как до Москвы рак. Ну там слабый бил. Да вам не похуй на этого маунта, мне похуй. Я хочу маунта. Рысь, 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 заберите. Угу. Все, по рысе поехали, все в рысь играют. Тотем. Тотем. Угу. Рысь на поле, я не могу видеть. Рысь не надо сразу прям вливаться жестко. Нет, там просто фокус. Секунды три там, дай. Я глыбу нажал, пол. Сейчас еще. Тотем. Ты же Нэшка, блять, у тебя еще должен быть. Нет, этот. Я давно Эвитар уже, алло. А, ты Эвитар. Я глыбу прожму, если че. Ты Риксы дал? Бей, уже нормально. Уже можешь не стопать. Все, халазь, прям последняя кошка осталась. Тотем, тотем. Блять. Фу нахуй. Меня, блять, миссануло, ебать. Настя, не стой АФК, блять. Меня залагало, тотем, тотем. Блять. А, даже не будет кошки, похуй. Лол. А значит, три раза, да? Всё, так, и... чьё кольцо? Мы за три минуты убили? РДД кольцо, РДД. За 4 минуты, блядь. Меньше. Ну вот здесь ДПС уже выживай. Опа. Ну-ка. На танка, блядь. Ой, вчера. Какая хуйня. Какая же хуйня. Шата ФК, блядь. Две шмотки на блок танка. Ну ладно, я рад. Я могу ноги сразу же забрать. Короче, а, ну 12 минут, сука. Нет, мы уже все забьем. Мы уже не сможем, потому что надо было сразу на Джунлай бежать. После Мишки. Мы... Нам не сейчас надо... бежать, пробегать медведя, ну, мы не сможем на старшотник. Не хватит. Что-то изи, да? Я ножки можу... возьму сразу же, там все равно кольчуга. Так похуй, ну типа, четвертый сундук там маунт, ну типа забейте. Я, блядь, вчера смотрел гайды про, блядь, что-то вспомнить. Да, идите, идите. Потом разрову, еще времени не могу. Бля, ладно, давай, Настя, мне, потому что там обе шмотки на блок, да, ничего они все равно не нужны, да, все. Блять, ну кольцо, ну, пиздец, блин. Блок, как он? 10-10 блок. Нет, блядь, зума, ну где какая страшно. Красота! Ну иди чарь, иди чарь, чё ты? Да, я сейчас скажу, что пойду за чарь, нахуй. Ебать. Кидай это, там, Ондре, Акуми. Если у них посох упался, я... Это, наверное, самый бисовый в мире кинжал, нахуй, да? Не, ну, для него, до Криса, да? Гер. Он до Криса Гер. Он до Криса Гер, просто до целках нам исключил. Он лучше, чем Крис обычно. Два, тебе здесь две дырки. Ну да. Ну, слушай, а, ну все, Крис идите, покурите пока. 40 минут у нас заняло. Нормально.
Бля, я думал, кольцо с четвертого. Что, три босса, по-моему, осталось. Это бомбочки, малокрасы. Малокрасы если спиздит МКУ, представь, ты пиздец. Да, это хуйня, блядь, похуй вообще. Просто в ДЦ. Пошел искать Эвендера. Вендер, ты где? Уже, блядь, Вендер, бомб... я не найду. Очки бисовые, бомбер ебаный, Джаналай, блядь. Блядь, мне не повезло, я нашел Вендера. У вас же там крит 3 не есть, можно голову взять на фаера потестить? А, ты знаешь, что они стакаются, эти тинки? Да похуй. Зачем вам две крит 3 не? Зачем? Я на X3 гонял с этими двумя сталиком и с головой. Да я знаю, что не стакаются. Я ее пытался выбить на дестрика. Мне как-то повезло, я первый раз попал и сразу же золотого ее тогда. Бля, если мы закроем, будет вообще охуенно. Бля, это все самое лучшее должно было упасть. Где, блядь, мой посох? Ну это слишком легко, как по мне. Я думал, будет жестче. Я тоже, блядь, я реально, блядь, ну, запарился вчера, что? Посмотрел гайды там, посмотрел разные прохождения, блядь. Я поспрашиваю челов, посмотрю видос. Но если челы, которые первый раз сюда пришли, но закрыли один сундук и три босса, то мне кажется... Чем нравится Зуламан? Это вот сундуки, из-за них ты быстро трех боссов убиваешь. Это на двух так можно повайпаться, расслабиться, а потом жестко ласт остается. Ну бомбер вообще похуй. Бомбер это пиздец. Там багают эти бомбочки и так далее, два танка. Да, еще и дыхание. Ну лучше кота пизда. Мне кажется. Кот вообще сразу. Там... В берсу бы не упереться еще. И диспелить жестко сейчас придется. А там за... Магию. По КД просто над стопом. Я даже на лут не смотрел, что там, блядь. Говняный кинжал упал. Угу. Говняный, конечно, без кинжал, блядь. Известно, почему кинжал? Я рот ебал. А он еще ныл. Вот я хожу рогой, нихуя не палит, блядь. Самый лучший кинжал. Ну это лучше, чем с лича получается, 25-ки обычки. Два сокета, пиздец. Два сокета, это даже посох, посмотри. Хасты два раза больше, больше крита и три сокета еще. А прилив без сокета. Палец, блядь, самое худшее выпало кольцо, которое могло выпасть. Бля, там колечко такое вкусное падает, пиздец. Это, блядь, заменить Толгородское. Да-да-да, я тоже думал Толгородское. Чё-то, там, блядь, они должны уже были вывести, типа, ну, ап Толгорода. Да, мне кажется, я тоже... Пошли не спустимся, убьем оба этого, который внизу стоит единичный, а? Чтобы, блядь, его не обходить уже. Я там стыдно за него просто вообще жду. Бил, отойду. Шлепнем там оба. А кто, кстати, вторую голову забрал? Гол? А где здесь? А, там можем мобов активировать. Где здесь? Скажи мне, какой-то NPC продает тут ларцы, и с них падает рецепт, может упасть. А это вот жабки. Ты, получается, с мобов утаешь головы, и с лягушек, короче, тебя может выбить NPC, а может не выпасть. То есть как повезет. Я уже применил одну же, типа... Так, сейчас будем, получается, два раза умирать. А мы можем сразу же добежать до самого конца же, по идее. Ты куда не добежишь, Володя? Ты где? Два раза умирал, может. Я посмотреть пошел, может, где-то по обходу открыли. Да уж карту немножко поменяли. Бабушки, да, пофиг, два раза сдохнул на сайте. Ну, Джанавай 22,9 лямов хп, то есть ничего нового. 22? А ну это хуйня, нахуй. Хуйня. У Зулджина 45 там. Короче, сейчас на фол закроем. Пока за него бегаю, с другой стороны. Блядь, ты че, как ты вообще, Феникс? Пиздец. Не считая... Ну, блядь, первый взломан, нахуй, дальше так пиздить много не буду. Нет, ты че, потом за километр, блядь, от поворота входимся, там от километров от мобов обходим, блядь, ну, уж не первый раз здесь. Блядь, Мулин раньше первый раз, Тремич первый раз. Так нет, ты сам даже встаешь, типа, так очень далеко, что как это странно выглядит. Бежим, как вот на Мишку сюда наверх поднимались, ходались. А, у меня есть сокет. Берсерк.
Блять, хоть чарка на берсу стоит, ладно, похуй. 600-700. Ну, 1200 на аукционе, хочешь? Серьезно? Я бы ее продавал по 600. А похуй. О, похуй. Так, здесь все, я готов. Можно меня сумануть. Текстурки, сука. Бля, Вильмара, типа, ты тут? Он кофеек пошел делать, не знаю, может, пришел уже. Типа, это, блядь, ну, если сравнивать с Карой, типа, тут если трэш надо было бы бить, это такой, сука, блядь, рука-лицо, нахуй, это просто пиздец. Это на маунтах нельзя было бегать. Ну, если бы они убрали маунтов, это реально такое, такая рука-лицо было бы, нахуй, просто. Один сундук максимум, блядь. На один сундук. Нет, два, один вот два, не. Два сундука можно было бы делать. Я думал, Мишка да. будет ебальники рвать, пиздец, а тут... Ты посчитай, сколько трэша, ты бы не смог даже один сундук сделать, серьезно, ты бы не успел. Халази, это какой босс был? Это кто? Халази, это кот. На время только вот эти сундучки, а потом уже похуй, убиваешь боссов да? просто. Да, да. Там на дальше кидают. Уже все, дальше там умер, ничего страшного. Заново. Дай штаны. Основная спешка это... Ну да, штаны, кстати, неплохие. По-моему, вроде же продаются за ОД, похоже, да. не? Нет, крафтовые точно такие же. Шея ну, неплохая, хоста. Хуже. Это как с этого, блядь, серебра первого босса, в принципе, такая. Крудак хороший. Ну, смертный. Пояс неплохой серый. Надо он тебе, кстати? Да, я возьму, наверное. И... Он почти такой же, как с профта. Типа. На крит, АПР. А такую папку не хочешь? А... Линк... А, ну, этот... Груда, кстати, ну, на Fire Abyss, нахуй. Меткость, крит, СПД, три гнезда. Сравнить хочу сейчас. Три гнезда. Ну, у меня хоста... Хотя... Ну, и, кстати, ладно, смотри... Ну, вот эти линк. Ну, я видел. На что еще... Это, Феникс, иди свечку поставь, чтобы выпало. Что? Не, ну сейчас, если еще выпадет с малокраса кинжал 1.4, ну, типа, два мрачных взвода заебись. Да, кинжал. Не, это не этот линк, ну, мне 1.4. Я понял. А пояс, этот пояс один в один, как с профа. Ну, вот все теперь целками. Вот это, да, который это линк, ну, если он сейчас выпадет, будет вообще заебись. Ну, да, пока мрачный нож второй не нафарм, ну, не выпадет. Да, лол, сейчас два щита выпадут, как обычно. Вот. Да, мутиков реворк. И этот, ну и еще вот если тринкет выпадет, он тоже прям охуенный на мутика. Маска вот эта воду. Там накрытый и хоста прок, типа идеальный тоже тринкет на мутик. А, помнишь, как это? Всякие там протопавер на варах себе дрочили, сидели. Да хочу пушку. На транс? А я тут подумал. Или не вар, это кто там был-то? Подожди, вот я так подумал, а зачем Насте колба, если она без 110? Вся ж фишка была колбы, то что... Не, она, Андрей, ой, этот, блядь, серый, печать. Печать на стаке, это быстрее. Печать на стаке, это все, она не из-за Т10 даже бралась, она из-за печать больше бьет из-за колба. Ну, типа, да. Эту колбу даже в Т5 носят ретрики в любом случае. Не, ну раньше просто в 2Т10 она еще и плюс еще откатывала. Да, но все равно печать с ней больше бьет. Она чистая за печать. А искры быстро настакиваются? Да. Да. Да, Шкари до сих пор валит. Не-не-не, не ставь, не ставь, не ставь.